понять, что такое вообще личная жизнь. Люди для чего вместе начинают жить? Они хотят счастья в жизни, любви, счастья, заботы, правильно? Это желание главное. Теперь давайте разберемся в одном вопросе. Вот если я сильно хочу счастья, вот я встретился, не нашел девушку, я сильно от нее хочу счастья. Счастье тут больше? А если я очень сильно хочу счастья от нее? Я ее ждал всю жизнь, вот нашел. И прямо сильно очень хочу счастья. Будет еще хуже, правда? Потому что я из нее буду сосать кровь просто. Я буду на нее смотреть, ей плохо будет становиться от моего взгляда. Таким образом, первое, что надо понять, что само по себе желание счастья от близкого человека, это опасная штука. Понимаете? Чем больше этого желания, тем опаснее жизнь. Начинаются обиды. Вот что значит желание счастья от молодого человека? Это значит, что он должен, надо уйти из прохода. Это значит, что он должен нежно говорить, дарить цветы, заботиться. Вот женщина для чего родилась на свет? Для того, чтобы наслаждаться атмосферой, отношениями, любовью, чтобы ей было хорошо. Она родилась для этого. Мужчина родился для чего? Женщина. Вот, а видите, они как думают, женщина. Мужчина – это просто робот, который должен наслаждать. То есть он для чего не родился? Он родился, чтобы мне давать деньги, наслаждать меня. Вот он для этого родился, не спрашивает. Нет? Для чего мужчина родился на свет? Для того, чтобы его уважали, ценили. Вот. Уже тяжело, да? Тяжелее стало уже немножко. Для того, чтобы его уважали, ценили, восхищались им. Когда он устал, чтобы его помогали ему снять напряжение. Забота это называется. Да? Для этого мужчина. Женщина для нежности, для ласки, для того, чтобы на нее обращали внимание, восхищались ей. Говорит, какая ты вообще такая красивая. Так? Вот для этого, да? Мужчина для того, чтобы уважали. То, Я простые вам вещи или сложные говорю? Вот да, как вы думаете, что вот мешает женщине, ну, на мужчину смотреть вот так? Ты как, какой самый необыкновенный. Ну шутка, ну просто, ну что мешает? Женщина уставшая сейчас, работает, тяжело сейчас, когда ты сам уставший. Мешает обида, да? Нет, не обида, усталость. Усталость. Ну, идите вот на улицу, видите напряжение, подвижное положение тела, пост на воде, солнце, воздух и вода. Все. Времени нет. Ну как времени нет? Ну, мои хорошие, ну что времени нет? Ну, на телевизор есть время, на парк нету. Восхищаться это одна секунда. Как вас зовут? Меня? Ну вот девушка вот в очках. Меня? Да. Марина. Такая хорошая. Такая замечательная. Сегодня так спешила. Ой, на лекцию опоздала. Такая думала об этом. Что? Да ладно, вспомните. Час назад. Забыли? Такая классная. Старалась, на лекцию шла.
Сколько у меня времени это было? Вам приятно? Она засмущалась, что такая призывка такая. Женщина, когда приятно, инфектирует. Много времени надо? Нет. 5 секунд. 5 секунд времени, но что-то мешает. Вот что мешает женщине сказать мужу, ты такой классный? Обида мешает. Обида, потому что он, гад такой, цветы не дарит. Вот. Ревнует, ведет себя плохо. Ну и такая, знаете, вот... Да пошел нафиг восхищаться им. Пускай сам сначала нормально начнет себя вести, а потом я уже с ним буду. То есть идет война. Война за любовь, да? Сначала с нуля, а потом деньги. Война идет за любовь. Мы воюем друг с другом. Вот есть любовь, энергия любви. Откуда она берется? От Бога. Бог соединяет людей, Он открывает чистое, светлое в человеке, открывает Бог это делает. Это Его подарок нам. Он женщине дает божественные качества, мужчине дает божественные качества. Это Бог все делает. Так или нет? Теперь что нам с этим надо делать? Нужно свое желание наслаждаться человеком, трансформировать желание служить. Это простая вещь. Мы ждем. Каждый ждет свое счастье, не дождавшись, обижается. Потом женщина начинает обиды свои высказывать, очень сильно напрягает мужчин, начинает грубить. Дальше начинает скандал. Потом они показывают свои отрицательные качества друг другу. Начинают оскорбляют друг друга, когда не дождались любви, разочаровываются, потом расходятся. Есть какие-то варианты или нет? Первый вариант, надо понять, что такое любовь вообще, что такое идеальное, вот идеальное, как бы, как вообще, что это такое, это энергия человека вообще или нет? Это божественная сила. Бог дает любовь людям. Между нами любовь находится. Зачем Он нам ее дает? Чтобы мы вернулись в Его Царство. Там в Царстве Бога, там без любви невозможно жить. Там любовь — это основа. И учиться любить является основой человеческой жизни. Это самое главное, для чего мы родились на этот свет. Это учиться любить. И мы с самого детства хотим любви. Вот желание любви — это означает, что мы не знаем, как любить. Когда человек знает, как любить, он не хочет любви. Он просто ее отдает. Отдает и чувство долга. Это называется позиция знания. Позиция знания. Я не требую любви, просто отдаю. Но надо знать, как отдавать. Вот что, как входит в женщину любовь. Что ей надо отдавать. Я, допустим, вижу свою жену, говорю, какая ты красивая. Через 20 лет совместной жизни. Какая ты красивая, вот так ей говорю, допустим. Есть красивее, нет? Есть. Девушки вокруг молодеют, жена стареет. Но что такое любовь? Верность, что такое? Я своей жене говорю, ты такая красивая. Ласково с ней себя веду. Она покапризничала, я прощаю. Мне понравилось, да? Это трудно делать или нет? Трудно. Нет, вы считаете? Это очень трудно мужчине делать. Да? Это нелегко делать, поверьте мне. Потому что я же могу сказать, ты такая красивая, она может сказать, вернуться и пойти. Потому что она обиделась там и не реагирует. А ты же не знаешь, как это сердце открыло, и тебе туда плюнули. Такое может быть в личных отношениях? Может быть. Поэтому ты в какой-то степени рискуешь.
Но это и есть твоя верность. Ты просто берешь и делаешь свою жену счастливой. Любовь живет в атмосфере игры. Вот, допустим, вы говорите, а если я не чувствую, что она красивая уже? Ну, ты начни и говорить, что она красивая, потом почувствуешь. Потому что, когда ты ей говоришь, она расцветает, становится улыбается, становится счастливой. Все, и она потом тебя будет радовать своей красотой. Потому что красота женщины — это не то, что она там накрасилась, там пластическую операцию сделала и стала красивой. Красота — это энергия, которая проявляется через благодарность, через доброту, через любовь. Любая женщина родилась для красоты. Она любит красоту, женщина. Она делает красоту, создает вокруг себя. Она с чем занимается целый день там дома? Она создает красоту. Ей нравится красота. Она убирается в квартире, чтобы было красиво. Она готовит, чтобы было красиво все. Она делает детей нарядными, мужа делает красивыми. У меня разобрала, жена собрала дорогу, одела. Говорит, какой ты нарядный. Не, я говорю, я такой по природе. Пошутил с ним. Вот. Вот как вы думаете, вот три варианта любви, вот движение любви, то есть что нужно, как? Любовь, ну представьте себе такая радиосхема. Одна деталь, туда ток должен войти, вторая деталь, ток передает. Если, допустим, ток не входит в какую-то деталь, то будет электрическая схема работать или нет? Но ток должен входить. Вот как передать энергию любви женщине, чтобы в нее зашла эта энергия? Надо знать, чего она ждет. Вот чего женщина ждет? Чтобы мужчина рядом с ней так аккуратненько. Моя дорогая, как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? Потому что женщина, да, сама внутри себя, она такая очень ранимая, чуткая, такая, ну, как бы, нежная. Потом женщине очень важно, чтобы ее считали хорошей. Она не может быть плохой. Она всегда хорошая. Такая ты хорошая, такая хорошая. Ласковая, очень нежная. Ты такая дорогая. Один раз мой один знакомый поехал со мной в Индию, богатый человек. Ну и зашли к моему другу, он работает с драгоценными украшениями. Начали подбирать ей украшения. И что тогда выбирали. Она смотрит на изумрудное ожерелье. 5 рядов изумрудов, такое длинное. Стоит как небольшая квартира. И он такой, как бы, косится на это украшение, но ей не показывает, потому что очень дорого, даже ему. Я говорю, ну давайте попробуем ей одеть. Нет, я вам серьезно говорю, я ее лечил камнями, ничего не подходит. Она любой камень одевает, у нее перегружает ее все, короче. Очень чувствительная девочка. Она одела это изумрудное украшение, у нее голова прошла сразу, настроение хорошее. Он такой смотрит, у нее глаза округляются, она говорит, я не сниму. Мне, говорит, в нем хорошо. Все, он думает, ты что, прикалываешься, что ли, у нас таких денег нет. Ну, короче, там договорились о рассрочке, там, да все, постскриптум. Девушка не снимала украшения вообще с себя. Потом, когда она забеременела, она в этом украшении и носила, и потом хотела рожать даже в украшении. Настолько сильно ей помогало. И муж ей говорит, дорогая ты моя. Дорогая ты моя, глядя на украшение. Смешная история. Я разок жене покупал сережки в Индии.
Я проводил эксперимент. Я примерно могу почувствовать, что кому подходит. У меня природные способности есть, могу какой девушке вот что подходит. Вот вам, допустим, в горошек вот очень спокойно в этом платье. Девушка, да? Вы одеваете и так чувствуете, не вам, вот, а вот на черном горошек. Вы чувствуете спокойно так, хорошо. Но самый любимый у вас цвет не такой. У вас самый любимый, вот как это называется, синий-красный, такой сиреневый, да? Как это называется? Не фиолетовый, а красноватый. А? Лаванда, да, вот сиреневый. Видите, я правильно определил, да? Вот я могу определять. Вот я жене выбрал 40 сережек. Послал фотки. Ей понравилось 42 всего, две пары. Я их купил ей. Привез. Она одну вообще отвалила, говорит, я это не разобралась. А вторую, короче, поносила недельку и потом положила назад этот. И я понял, что у меня нет шансов ей украшения подобрать. Пусть. Я разбираюсь. А есть мужчины, которые даже не разбираются. В основном. Понимаете? То есть женщина, она соткана из гармонии с этим миром, из красоты, из нежности. И ей нужны отношения, нужна ласка, нужна любовь. И это мужчина как должен делать? Из чувства знания. Не потому, что ему хочется вот ей подарить любовь, а потому что, по крайней мере, он хочет прожить долгую жизнь. Потому что если он не будет дарить ей любовь, она его просто уничтожит своими эмоциями, капризами. То есть надо дарить любовь, служить своей жене. Смотреть на нее очень ласково, нежно, разговаривать нежно, ласково. Допустим, если жена ведет себя плохо, нужно в шутку ей говорить. Но чтобы в шутку говорить, надо сначала помолиться, переварить вот это все, потому что иногда же она такое вытворяет, что ни в сказке сказать, ни пером не описать. Вот. Вы вчера донесли, соругали за это. А? Вы вчера донесли, соругали, что он слишком мягкий. Так я его не за мягкость ее ругал, я его ругал за безответственность. То, что он жену бросает и прикалывается еще. Типа, ты когда меня вспоминать будешь, я буду ближе. Нормально? Кто там мне сейчас сказал? Нормально это или нет? Нет? Я не думаю, это Сарустаса, он вот такой вот мужик для нас. Я песни ругал. Я говорил о том, что нельзя бросать женщину, это безответственно. Итак, женщины, вы должны понять одну вещь, что вам улыбаться, нежно с вами разговаривать, ласково себя вести очень и очень сложно. Потому что когда женщина проявляет эмоции, негативные эмоции по отношению к мужу, она его психику просто режет. Потому что у мужчины от женских эмоций защиты нет. И особенно если эти эмоции сильные, то его просто вот так выворачивает. Потому что он же с ней связан сердцем, а она эмоционально себя ведет, она его просто вот так насилует эмоциями, калечит психику просто. Калечит, понимаете? Поднимите руку, кто со мной согласен, мужчина. Все мужчины подняли руки хором. Ну, чтобы вы знали, женщины, вы думаете, что, просто так мы сейчас, как бы у нас серьезный базар сегодня. Ну, конечно, пусть тренируются, однозначно. Я просто говорю вам, женщины, что ваши эмоции мужчинам переносить очень сложно. Я же не говорю, что надо тренироваться. Я сам тренируюсь каждый день. Я даже ну вижу, я говорю, моя хорошая, а сам думаю, что она сейчас скажет. Это всегда страшно. Каждый день испытания.
меня, например, жена, она говорит мне все, что ей вздумается. Она так чувствует себя хорошо рядом со мной, что она может сказать все, что хочешь. Всяких проблем. Хорошо это или плохо, я не знаю. А? Для женщины хорошо, для мужчины непросто. Непросто так жить. Ну, нормально, это моя жизнь. Итак, давайте еще раз напомним, что любовь – это то, чему мы должны здесь учиться. Когда мы выучились любви, мы попадаем в духовное царство Бога. Цель человеческой жизни – это выучиться любви. Мы можем в отношениях с Богом учиться, в отношениях с духовными людьми учиться любви к Богу. А можем в самые тяжелые испытания – это любви к Богу учиться в отношениях с близким человеком. Потому что там между нами находится что? Сильные желания. Вот, допустим, почему так сложно с дочкой, которой ты много дала? Потому что ты разожгла ей желания. Не горят желания, она хочет от тебя больше. И тем более, мама, ты такая, у тебя много денег, давай все мне. Понимаете? То есть это очень страшно, правда? Опасная ситуация в жизни. Желания разгораются. Чем красивее жена, тем больше желаний. Тем богаче муж, тем больше желаний. Они горят. Это сила, страшная сила. Я, допустим, консультировал очень богатых людей, и жена жаловалась. Он говорит, всего на меня тратит 300 тысяч в месяц. Это такая, плачет, страдает. Надо бросать. А? Надо бросать. Каково, кто должен бросать? Нам нужно. Всего 300 тысяч, да. Фигня какая-то, да, ноль вообще. Ноль. Вот. Ну, некоторые 5000 довольны. И думаю, то он мне 6 дал просто в месяце. Видите, все познается в сравнении, да? Все зависит от того, сколько он может денег, да? Если миллионы он получает, 300 тысяч так мало, и она плачет. Страдает сильно. А бывает и 10 тысяч много. Ну, мы сейчас о чем говорим с вами? Любовь – это сила, которая состоит из желаний. Есть у нас жажда счастья внутри, жажда счастья. Утолить ее с помощью мужа или с помощью жены невозможно. Это надо просто себе понять. Жажда счастья, которую мы испытываем, это наше испытание, наше личное испытание. Мы должны эту жажду укротить. И жажда счастья укращается служением. Если хочешь ты работать, ляг, поспи, и все пройдет. Но жажда счастья укращается служением. Вот чем больше от жены я хочу счастья, тем больше я должен стараться нейтрализовать это желание с помощью нежного и ласкового поведения по отношению к ней. Если женщина хочет от мужа счастья, она должна ему дарить уважение, признание его, замечать в нем то, что развивает его. Допустим, муж устроился на работу, она ему говорит, это вообще крутяк полный, такой молодец. Чуть-чуть денежек принес, хвалить его за это. Женщина, вот смотрите, давайте и математику семейной жизни поизучаем. Вот, допустим, если муж принес немножко денег, мало в семью, вы его поругали, он больше принесет? Еще меньше. Похвалили, больше принесет? Принесет. А что надо делать? Хвалить его или что хочется делать в это время? Хвалить его или ругать? Ругать хочется. А надо что делать? Хвалить. Жена, допустим, не приготовила поесть, муж пришел голодный с работы.
Или она приготовила мало? Он говорит, а где картошка? Она говорит, картошка-то вся. Он говорит, ну всю и давай. Она ему приготовила, он не наелся. Хочется что сказать? Пару ласковых слов, да? А надо что делать? Сказать, блин, как было вкусно. Теперь у меня к вам вопрос. Семейная жизнь – это испытание? Тяжелое? Очень тяжелое испытание. А как его уменьшить? Вот в чем успех заключается? Хотите, я вам помогу сейчас? Вот за одну лекцию вам станет легче. Хотите? Надо очень внимательно слушать меня сейчас. Хорошо? Любовь – это энергия, которая движется по своим законам. Вот давайте три варианта. Первый вариант. У вас шуточные отношения, такие легкие, шутку вы все решаете, шутку. Несерьезные отношения. Второй вариант – серьезные отношения. Очень серьезно все так очень обсуждают и серьезно. И третий вариант – у вас отношения очень важные такие, не просто жизнь или смерть, вот такие очень серьезные отношения. Где будет легче любви? Только когда отношения, шуточку, очень легкие. Знаете, на санскрите, в священных писаниях написано, любовь называется лила. Слово лила переводится еще игра, шутки, смех. И когда Господь со своей супругой строит отношения любви, то они шутят друг с другом. Когда у них любовь становится очень сильной, в эти шутки входят также скандалы. Например, Богу нравится довести жену до гнева. Он обожает, когда она гневается. Но найдите хотя бы одного мужчину на этой земле, который бы выдержал гнев своей жены. А Богу, наоборот, он входит в состояние счастья. Он доводит до гнева жену, ему очень нравится. Он радуется, когда она на него злится. Но они это все делают в шутку. И она злится тоже в шутку. Потому что любовь – это энергия, которая живет в легком стиле. Но этот легкий стиль не означает придурковатый. Вот смотрите, допустим, я у жены узнал, что она, оказывается, я спросил, за что ты любишь своего папу? Она говорит, я могу вспомнить одну вещь. Когда я занималась художественной гимнастикой, папа, когда я приходила домой, он стоял возле дверей. Я спрашивала, папа, ты что здесь стоишь? Она говорит, доченька, тебя жду, он говорит. И она его спрашивала, а давно ты стоишь? Он говорит, как ушла, так и стою. На самом деле он подходил перед самым ее приходом. Она это знала. Но ей было так приятно, что она на всю жизнь это запомнила, и она вот вспоминает, как папа ее любит. Я учу. Смотрю, жена идет, возвращается с магазина. Я подошел к двери. Она мимо его окна, где я работаю, подходит. Я подошел к двери, стою. На дверь открывает, и так голову пустил. Она говорит, ты что здесь делаешь? Я говорю, тебя жду. Она говорит, давно? Я говорю, как ушла, так и стою. Она меня обняла, такая счастливая. Как вы думаете, она поверила, что я там как ушла, так и стою? Поверила? Ну классно же, что я встал, пробежал туда к двери. Классно? То есть это игра, но эта игра очень серьезная, понимаете? Потому что в ней есть вещи, которые очень глубоко затрагивают сердце. Это игра. В ней есть шутки,
есть прибаутки. Допустим, как я свою жену отучал от грязи кухни. Сначала я понял, почему грязь кухни. Оказывается, потому что она гиперчистюля. И поэтому ей мыть кухню это страшно тяжело. Потому что мыть надо долго, чтобы все блестело. Ну, женщина понимает, о чем я говорю. Ну, то есть, и поэтому она ее просто не моет. Ну, знаете, поднимите руку, у кого такая женщина, у кого такая проблема. Что вы не моете, потому что она слишком круто, и поэтому нет сил просто, и вы не моете. Вот у моей жены то же самое. Вот. Некоторые женщины просто так быстро жик-жик-жик, и все поставили, вроде бы чисто. А некоторых это не устраивает. Надо все, чтобы блестело просто, и все. И поэтому очень трудно мыть кухню, поэтому она иногда не моет. Не всегда, но иногда не моет. И я вам сейчас расскажу метод, какой я применил для того, чтобы она начала мыть чаще. Я, во-первых, помолился и переварил это, что кухня грязная, привык. Я не подкалывал, не говорил, что когда заходил на грязную кухню, что ой, как чисто и красиво, я так не говорил. Я просто не обращал внимания. Как будто ничего не происходит. И знал, что придет время, и я смогу ей в этом вопросе помочь. И как пришло время, она разок не выспалась ночью и говорит, слушай, скажи мне, пожалуйста, в чем причина, что я не выспалась? Я говорю, может быть, ты слишком сильно оделась? Она говорит, нет. Может, тебе жарко было? Нет. Окно открыла? Да. На ночь не наелась? Нет. Может быть, у тебя кошмары какие-то снились? Она говорит, да. Я говорю, это влияние духов. Она говорит, откуда у нас духи в квартире? Мы же молимся. Я говорю, да, но они могут быть от грязи. Она говорит, ты что, на кухню намекаешь? Я говорю, нет, вообще у нас чистая квартира, и пошел. Потом стала другая проблема. Ее невозможно было вечером уложить, потому что она сидела на этой кухне, там и все мыло. И я ее вытаскивала тут, чтобы она спать вовремя легла. Ну, то есть, всегда надо близкого человека сначала переварить, принять его все качества, характер, недостатки принять сначала. А потом по-доброму его исправлять, потому что надо знать, что в отношении к любви знание, энергия знания мешает, не работает. Вот, например, делать квадратные глаза и говорить близкому человеку, да как ты вообще мог? Это не вариант, это не поможет. Потому что как только мы включаем знания в отношении к любви, у близкого человека блокируется психика, он становится очень агрессивным и бросается на тебя. То есть ты не сможешь ему ничего объяснить, доказать. У меня до нашего знакомства моя жена слушала мои лекции и хотела мужа такого, как Олег Геннадьевич. Но так как больше нет ни одного такого человека, Бог дал Олега Геннадьевича. Через 2 месяца после того, как она начала со мной жить, она перестала слушать мои лекции. То есть энергия знаний выключилась сразу. Замуж вышла, энергия знаний выключилась, и если я, допустим, ну, пытаюсь ей что-то посоветовать, она говорит, слушай, лекция такая-то, минута такая-то, послушай, как мужчина должен себя в этих случаях вести вообще. Все вопросы закрыты сразу стали по поводу поведения. Понимаете, то есть, ну я-то думал, блин, сейчас слушательницу возьму и будет нормальная жизнь. Ничего подобного. Энергия зла не блокируется. Она блокируется в отношениях или нет просто. Она говорит, моя жена, лекции будешь рассказывать своим слушателям. Если я что-то начинаю ей говорить, советовать, она говорит, лекции будешь рассказывать своим слушателям. Все.
Смешно? Ну, похоже на вашу жизнь. Энергия знания в любви не работает. В любви нет знания. Если ты хочешь, чтобы близкий человек что-то понял, ты должен принять его таким, какой он есть. И через шутки, прибаутки, по-доброму он поймет. Но если ты начинаешь делать квадратные глаза и говорить ему, ты вообще как это мог или как могла, дальше будет блокада, блокирование вас как личности и истерики, псих. Ну, вы знаете, да, уже много раз это пробовали, ничего хорошего из этого не получается, правда? Да, потому что иначе вы просто порвете друг другу мозги. Там знаете, как работает Бог, знаете, как сделал, знаете, как он сделал так, чтобы мы в любви развивались. Он сделал страшные вещи вообще. Когда психическое тело человека начало изучать, я ужаснулся его изобретением. Это страшное изобретение. Он сделал у женщины вот зону, связанную с мыслями и с рассуждением, он сделал у женщины ужасно чувствительную зону вот эту. То есть, другими словами, если мужчина рассуждает строго, или рассуждает категорично, или рассуждает с напором психическим, с желанием, ну, как бы, доказать что-то женщине, у нее вот здесь вот блокируется восприятие, у нее начинает тяжесть в голове появляться, она чувствует перегрузку сильную, и ей кажется, что она сейчас умрет, вот это, если она дальше будет это слушать. Ей плохо просто. Так, женщина? Да, женщины знают это. Теперь я про мужчину вам скажу. У мужчины вот здесь, вот в этой зоне, которая связана с эмоциями, в этой зоне, находится абсолютно незащищенная зона. Мужчина, если влюбляется в женщину, он становится перед ней абсолютно незащищенным от ее эмоций, потому что через эти эмоции как раз энергия любви у него в сердце и заходит. Знаете, как устроено в любви? Из женщины через женские эмоции любви, энергия любви выходит, а в мужские эмоции она заходит. Вот идет такое движение. Поэтому если женщина меняет эмоцию, ну, а, допустим, недовольство какое-то, то у него вот здесь вот возникает перегрузка сильная, и он начинает чувствовать. И у мужчины, когда мужчина защищается, то у него включается вот здесь. Мужчина здесь очень сильная зона, он начинает делать умный вид и говорит, как ты вообще могла? Начинает включать энергию знания и такое как бы рассуждение, делает умный вид. Женщина сразу теряет силы, чувствует, что я это не могу слушать, и плохо становится. Она защищается эмоциями женщины. Начинает. Пойдем, поговорим. Вот так эмоции, раз на него. У него он эмоциями ранится и включается серьезность такая. Я тебе тебя сказал. Ну, то есть раз, она такая, и больше эмоций. Потом он, больше знаний. Дальше что начинается? Дальше начинается как бы увеличение покупок в Ашан в виде посуды, там, кофейников, ну все, что бьется. Это в лучшем случае. Ну то есть дальше люди стучат кулаками об стенки, хлопают дверьми, бьют посуду. У каждого свой стиль. Потому что они пытаются вот этим способом друг другу что-то доказать, а этот способ, он приводит к разрушению психики. Это взрывоопасный способ вообще пытаться близкому человеку с помощью здравого смысла что-то объяснить. Потому что в любви здравого смысла нет. Там есть только уважение. И поэтому в древней культуре маленьких девочек
учили уважать мужчин. Им объясняли, как обращаться, как разговаривать с мужчинами. Поэтому в древней культуре там вот такие вот жесты приседания есть, знаете, там вот так вот. Да? Вот так женщины приседают, то есть так. Вы понимаете, да, о чем я говорю, нет? Нет? Вот так. Понятно или нет? Девушка так здоровается, так раз. Что это означает? Уважение. Мужчине нравится? Вот жена, если так будет вас встречать, он так. Раз. Знаете, культура так и есть. Я разок консультировал одну семейную пару, у них была девушка, дочка молодая девушка. И я как бы, они меня представили, сказали, вот Олег Геннадьевич. И девушка так, здрасте. Я такой, я аж обалдел, думаю, нифига себе. Классно же. А у нас как, ха, Олег Геннадьевич. Поздоровалась. Понимаете? То есть нужно с детства девочкам учиться признавать мужчину. Означает вырабатывать в нем энергию любви. Вот признание, когда девушка так раз, ну как бы уважительно очень, то она сразу вырабатывает в нем энергию любви. Ему хочется потом нежно что-то ласково сказать. Мужчина, допустим, парень девушку видит, он должен очень ласково, мягко так посмотреть, ласковый, мягкий, добрый взгляд. Уважение к женщине. Женщина, у женщины есть божественная природа, нет? А если ты ее не уважаешь, любовь будет двигаться. Любовь – это чья энергия, Бога или моя? Бога. Вот вы, допустим, говорите, ты чего меня не любишь? А человек не может сам любить. Она или движется энергией, или не движется. Вот, допустим, у вас запор, доктор вам говорит, иди покакай. Он говорит, я не могу. Он говорит, надо себя заставлять. Но я не могу, у меня запор. Он говорит, нет, надо себя заставлять. Это нормально, что доктор такие советы дает или нет? Нормально? Нет, он тупой, значит, доктор. То же самое, как жена говорит, ты меня не любишь. Но он не может просто выдавить из себя. Насильно мил не будешь. Если женщина заставляет себя любить, то от этого только хуже становится. Чтобы энергия любви начала двигаться, для этого нужно уважение, мои дорогие друзья. Понимаете, что такое уважение, слово? Понимаете? А уважение – это аскеза. Вот как можно мужа уважать, который уже достал? Он постоянно что-то хочет. Вот человек, когда два человека живут вместе, они ждут любви, понимаете, они жажду испытывают. Вот представьте, допустим, вы встретили человека, который очень голоден, вы его начали кормить, он вам будет благодарен? Нет, он будет, да, еще воды, вот, и он будет, потом дальше он наелся, будет благодарен? Он ляжет спать. Он устал сильно, и он будет голодным, потом раз такой, дум, и спит просто. И потом, когда он проснется, только он станет благодарным, он посмотрит на вас, скажет, спасибо тебе большое, если ты дождешься. То есть первое правило в отношениях, смотрите, первое правило, если вы пытаетесь с женщиной вести себя неправильно, лучше вообще не женитесь, она вас порвет просто. Потому что ни один мужчина от женщины не имеет никакой защиты. Если вы с мужчиной пытаетесь вести себя неправильно,
лучше не замуж не выходите, он вас порвет просто, понимаете? Потому что ни одна женщина от близкого мужчины не имеет защиты. Поэтому, если ты хочешь с кем-то жить, надо сначала понять, как себя вести. Это очень важно. Понимаете? Вот как женщина надо себя вести, как с пушинкой, которая рядом с тобой летает, и надо сделать так, чтобы ей плохо не стало, и при этом надо, чтобы она нормально летала. Ну, то есть это очень тонкое такое, мягкое, деликатное обращение. Я наблюдал, как моя жена заходит в море. Вот мы, допустим, купаемся в море, пришли купаться в море. Она одна как заходит в море? Она заходит так, раз, пошла, и все, и зашла в море. Так, думаю, интересно. Теперь беру за руку жену. Начинаем вместе заходить в море. Она говорит, ой, давай не надо, быстро давай. Так, медленно, все, волна. И все, и понеслась. Вот она одна идет, заходит спокойно, вообще не проблема. Никаких волн, ничего не мешает. Я наблюдал за ней. Когда со мной заходит, то все мешает. Почему так? Женщина, почему так вот вас это работает? Она хочет, да, вот защиты, внимания, чтобы с мужем вот так вот. Одна, она заходит, плавает, ей все нормально. Со мной плавает, ой, рыба, ой, там, да, и все, и понеслась. Так, женщина, или нет? Да. То есть мужчина рядом появился, дальше что происходит? Повышается требование, чувствительность. Вот я, допустим, когда студентом был, я как кушал? У меня были макароны и яичница. Два блюда. Я варил макароны, ставил их в холодильник, они в кастрюле застывали. Макароны, когда стоят в холодильнике, они... Я отрезал кусок макаронов, кладил, плавал в это, в сковородку. Разбивал пару яиц, сейчас я яйца не ем, но тогда я был студентом, еще ел. И вот все мое питание, каждый день я ел только одну пищу, макароны и яичницу. Как только я женился, сразу три блюда, салат, овощи, тушеный суп, там свежий хлеб. Если что-то нет, я... Как ты могла меня так накормить? Все поменялось. Женщина не замужем, скромно живет, ей там все хватает чуть-чуть. Как только замуж вышла, мне нужна квартира, я не могу здесь жить, это невозможно. Все поменялось. Да? Одна жила скромно, нормально. То есть женщина сама по себе, это хорошо, да? Мужчина сам по себе, отлично. Когда они вместе встречаются, все начинается. Какая-то гремучая такая реакция цепная, да? Каждый начинает требовать все больше внимания, заботы, ласки. С этим ничего не сделаешь. Понимаете? Если вы не сможете пересилить в себе обиду и чувство соперничества с близким человеком, лучше не жить вместе. Вам будет только хуже, с каждым годом. Все хуже, хуже, обида будет копиться. Вы будете запоминать это все, и будет дальше хуже, хуже. Потом начнется усталость друг от друга, предательство. И все прочее. Это страшно, потом будет страшно. Лучше с самого начала признайте себе, что вы ничего не получите просто так от близкого человека. Вот не получите ласки, внимания, забот, ничего не получите. Просто так не получите ничего. Нужно вкладываться. Как вкладывается? Женщина уважительное отношение к мужу. Сначала надо его переварить. Все мужики – это ненормальные люди. Каждая женщина знает, блин, неряшливые, грубияны, упрямые, как бараны. Вообще невозможно с таким человеком жить. Женщина, я правильно все объясняю? Нет. Нет? С некоторым нормально. С вашим? С первым, да. А что тогда второй появился? Ему 20 лет, он ушел. Ушел, да?
Он был нормальным, значит, вы не были нормальным, да? Ну, он сказал, да, что я... Все, да. Я старался, а ты нифига ничего нет, не... Нет, нет. Он просто сказал, что я стала религиозной. Религиозной и все тогда. Ладно. Ну, иногда бывает, конечно, но редко. Итак, надо переварить мужчину. Вот Бог дал мужичка, ну у него есть, но он мужчина, понимаете, у него есть мужские недостатки. Надо это переварить, принять и не обращать внимания. Первое правило, на что ты обращаешь внимание, то и взращиваешь в человеке. Вот если женщина — это благословляющая сила, она говорит мужчине: ты не хочешь работать. Дальше что будет? И он ничего с собой не сможет сделать, потому что это сила. От женщины исходит сила. Если мужчина говорит: ты что-то такая какая-то не очень красивая, какая она будет рядом с ним, некрасивая? Если женщина мужчине говорит: ты у меня самый крутой, каким он станет? Самым крутым. Но сначала он станет наглым. Если женщине говорит: ты у меня самая красивая, она станет самой красивой, но сначала она станет наглой. Первая стадия отношений – это копыта, рога и копыта, понимаете? Это когда человек привыкает к тому, что ему для него делают, и он начинает наглеть. Вот, допустим, если женщина нежно, ласково с мужчиной себя ведет, он такой крутеет. Вот так вот. Но с другой стороны, его начинают уважать в обществе, он там, у него успех в бизнесе идет, он такой, он как бы становится очень сильным человеком. Но с другой стороны, он становится гордым. Женщина, допустим, очень ласково, нежно себя вести, она становится как женщина сильная очень, эффективная, влиятельная. Но она, с другой стороны, становится гордой. В любви есть две стороны. Одна сторона – это служение, а другая сторона – воспитание. И если служение – это сложная сторона любви, то воспитание еще сложнее. Потому что служение без Бога невозможно. Потому что переварить человека без Бога невозможно. Надо сначала его переварить, надо сначала принять его как личность, что вот он такой, это моя судьба. Вот крест, зачем Иисус Христос крест показал? Надо свой крест принять сначала. А потом дальше надо к нему относиться так, как он хочет. Это еще тяжелее, потому что он недостоин, не заслуживает. Ни одна женщина не заслуживает, что перед ней вот так: ля-ля-ля, ты самая красивая, самая лучшая. Она там выкаблучивает, там эмоции проявляет, обижается постоянно. Ты моя хорошая, все сделаю для тебя, все. Тяжело? Мужчина, тяжело. А надо. Другого выхода нет.